Здравствуйте. В одной из наших программ мы говорили с вами об истории консервов. И тогда прозвучала мысль одного умного человека о том, что консервирование как процесс – это одна из магистралей в развитии нашей цивилизации. И первым таким опытом в истории стало консервирование мыслей. Так появились книги. И только значительно позднее люди научились сохранять свежую еду. Метод консервирования памяти и мыслей человека оказался куда более эффективным и долгосрочным. Ведь книги живут веками и тысячелетиями, а пищевые консервы – максимум веками. Так вот, давайте сегодня и поговорим о книгах. Первые книги появились в Древнем Египте и Шумере. Шумерские книги были весьма тяжеловесны. Они состояли из десятков пронумерованных глиняных таблиц. Тексты на глину наносили тростниковой или костяной палочкой. Зачастую табличку исписывали с обеих сторон, а то и по торцам, ведь толщина глиняного листа могла достигать 2,5 сантиметра. Готовый документ сушили на солнце или обжигали. В результате обожженная табличка становилась черной, серой или розовой. Под последней строкой текста на первой таблице ставили черту и потом вписывали первую строчку следующей таблицы, так называемый кустот. Еще ниже записывали название произведения и номер таблицы. Обычно названием служили начальные слова самой книги. А вот египетские книги были намного легче, хотя несравненно менее долговечны. Если таблички хранятся тысячелетия, то свитки из папируса хранились около 200 лет. Влажность и насекомые быстро губили их. Египетские папирусные тексты дошли до нас в небольшом количестве и только благодаря жаркому сухому климату Египта. Вся египетская цивилизация процветала благодаря Нилу, и книги также обязаны всем этой великой реке. Берега Нила были густо покрыты папирусом, тростниковым растением 3-метровой высоты. Именно он и служил основным материалом для изготовления книг. Листы папируса нарезали по нужному формату и приклеивали один к другому. Образовавшуюся таким образом длинную полосу папируса сворачивали в свиток. Как правило, такой свиток состоял не более чем из 20 листов, то есть не превышал в длину 8-12 метров. Однако существовали и более крупные экземпляры. Самый длинный из сохранившихся папирусных свитков – это летописный свод времен Рамзеса II, хранящийся в Британском музее в Лондоне. Его длина – 46 метров, а ширина составляет 40 сантиметров. Читатель свитка должен был держать его обеими руками. А если надо было прочесть такую книгу повторно, то ее приходилось перематывать. Текст писали столбцами, а заголовок помещался не в начале, а в конце свитка, чтобы предохранить его от затирания при частом чтении. Кроме того, к свитку прикрепляли еще пергаменную ленту с сокращенным заголовком. Римляне называли его «титулус». Часто такой титульный лист создавали еще и на оборотной стороне свитка. Папирус был достаточно ломким материалом. И чтобы продлить жизнь свитка, его смазывали кедровым маслом и держали в пергаменном футляре. Богатые библиофилы красили футляры пурпуром и складывали в специальные ящики по 5-15 свитков. Это и были первые книжные шкафы. Египтяне писали на папирусе продолговатой камышовой тростинкой со срезанным наискось концом. Держа такую тростинку под разными углами, можно было выводить по желанию толстые или тонкие линии. Обычный текст писали черными чернилами, ну а те места, которые писец хотел подчеркнуть, ну, например, заголовок, начало главы, он выводил красным цветом. Этот обычай сохранился в практике переписчиков до конца Средневековья. В Древнем Египте появились и первые книги с картинками. Замечательным примером тому могут служить иллюстрации из книги мертвых, особенно в тех редакциях, которые относятся ко временам 18-й династии. Это 3-я четверть 2-го тысячелетия до нашей эры.
Помимо Египта, папирус получил широкое распространение в античной Греции и Риме. Книги на папирусе продолжали еще существовать даже и в раннем Средневековье. Последним документом, написанным на папирусе, считается папская булла 1022 года, адресованная Гильдесгеймскому монастырю в Германии. В Древней Греции и Риме наряду с папирусом использовали и другие пищевые материалы. Для ведения хозяйственных записей в ход шли глиняные черепки, остраконы. Для письма употребляли пальмовые листья и липовый луб. Одно из значений латинского слова «liber» – «книга» – как раз и является собой луб лыко. Некоторые тексты писались на таких разных по своим свойствам материалах, как свинец и лен. Так историк Плиний Старший упоминает «plumbe volumina» – свинцовые рулоны и «libri» – линты, льняные книги. Как на пальмовом листе, так и на свинцовом рулоне буквы выводили острым металлическим инструментом. На свинце часто записывали молитвы и заговоры, которые клали в могилу вместе с умершим. А на льняном холсте вел свой дневник император Аврелиан. Однако куда более распространенным материалом служило дерево. Вместе с алфавитом деревянные дощечки греки переняли от финикийцев. Например, в начале VI века до н.э. на кипарисовых досках были записаны знаменитые законы Солона. В Древнем Риме пищи и дощечки табуле употреблялись очень широко. Их либо красили в белый цвет, либо покрывали воском, в котором процарапывали текст металлическим стилем. Первоначально латинское слово «альбум» – «альбом» – означало именно «белую доску». Если одной намазанной воском дощечки не хватало, то несколько таких деревянных листов соединяли в блоки. Такую связку римляне именовали «кодекс». Наружные стороны кодекса украшали золотыми или костяными инкрустациями, и получалось нечто вроде современной обложки. Форма кодекса уже близка к привычной нам книге, но в самых ранних книгах деревянные страницы уже заменил пергамент. А вот словом «волюмен» римляне именовали свиток. Во многих европейских языках этот «волюмен» превратился в название книжного тома. Деревянными были и книги в Древнем Китае. Эти книги писались чаще всего на бамбуковых планках. Историки полагают, что бамбуковая книга возникла в 14-13 веках до нашей эры и продержалась до 2 века нашей эры. Одним из первых организаторов книжного производства был Цицерон, привлекший к этому делу своего богатого приятеля Тита Помпония Аттика. По свидетельству историка Корнелия Непота, Аттик создал из своих рабов большую группу переписчиков, корректоров и переплетчиков. Свою деятельность Аттик начал с выпуска сочинений самого Цицерона. Особо же прославилось его домашнее издательство выпуском сочинений Платона. Аттику принадлежит и честь публикации первой в Древнем Риме иллюстрированной книги. Это были образы, принадлежащие перу видного ученого и писателя первого века до н.э. Теренция Варонна. В этом сочинении Варон представил 700 портретов великих личностей Греции и Рима. Таким образом, он пытался доказать равноправное положение греческой и римской культур. Ну вот, пока и все. А перелистывать страницы всемирной истории книги мы продолжим в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи.